А с тобой все в порядке, Алён? Девчонки, что это с ней? Да, ты Алена. Алена. Да, я Алена, что нужно? Ну, как бы я у доски стою, меня вызвали. И чё? Да ничего, вообще-то урок идет. К доске я вызвал, да не Эля, а не тебя. Ой, да, а пойду-ка я на место. Иди, иди. Ты что сейчас было, Ален? И вообще, почему ты эти дурацкие очки носишь? Слушай, давно хотела у тебя спросить. Спрашивай. А ты ходить умеешь? Конечно, умею. А что за дурацкий вопрос? Вот и иди отсюда со своими вопросами. Мальчик! Что ты сейчас сказал? Да я! Да тут все просто. Будешь задачу все расписывать или сразу ответ напишешь? Да что тут решать? Я просто ответ напишу и все. Девчонки, помогите. Ну что, долго ждать? Да, сейчас. Скорее сошлай, чтобы учитель никогда не увидел твою шпору. Отлично, теперь ты станешь тупым. Пора действовать. Вот и мозги для заправочки. Ответ хлебушек. Ну-ка, сядь ты не на место, пожалуйста. Тут два. Ну ты, братец, даешь. Ответ это хлебушек.
Так, ну все. А теперь эту задачу мы решаем самостоятельно. Я обязательно проверю, Лиза будет первая. Кого я проверю, Лиза? Да, да, да. Зеленый автомобиль с непонятными номерами у школы. Владелец машины, ваш автомобиль эвакуируют. Моя машинка! Так, я сейчас приду. Лиза, я про тебя помню. Моя машинка! Помню. Ой, я влипла. Ксюш, помоги, а? Лиз, я по-любому следующая. Мне надо тоже решить. Братец, помоги, а? О, Газюнь. Понятно. Лиза, Лиз! Что? У меня есть решение. О, Алён, спасибо, я буду тебе должна. Да, твои мозги. Что? Что? Ты что-то сказала? Нет, пиши лучше. Ага. Мозг поменьше. Ну, ничего, этого хватит. Отлично, лучше мало, чем ничего. Ребята, что с вами? А что с ними? Знакомый смех. Ну ты меня обижаешь. Что, Лиза? Нет, что ты сделала с Аленой? Что ты сделала с Аленой? Yeah.
Я в классе над учительским столом. Еще немного и... Слышали? Бегом в класс! Вот туда! Ну что, добегалась? Что? Далеко не убежишь. Тебе понравился выпуск? Тогда ставьте много-много лайков и подписывайся на канал Watch Me. Не забывай смотреть видео по вторникам, пятницу и воскресенье. С вами была Ксюша Макарова и мои друзья Лиза, Алена. Ну а пока всех люблю, всем пока. Вентиляционная шахта. Что ты сейчас сказала? Так, тихо, класс. Или мне конец. Лиза будет первая. Кого я проверю, Лиза, да? Да, да. Хорош смеяться! Ребята, сегодня знаменательный день. Балди ушел с урока не потому, что ему в туалет захотел, а потому, что машину не имел. Я в сумку сходил, дедам, все нормально, решили вопрос. Это слайм! Поехали, ты что-то сказала? Ты вернулся? Я вернулся. Никогда так близко. Я две стены. Я две стены. Слушай, мои мозги.